21 августа отмечается День офицеров России. Офицеры СОБР проводят этот праздник на территории учебного центра Управления Росгвардии по Рязанской области и отмечают, согласно профессии, готовясь к чемпионату по тактической стрельбе среди подразделений спецназначения. Бойцы проходят один из этапов подготовки к соревнованиям. Это прохождение полосы препятствий с элементами стрельбы, то есть как бы служебный биатлон, на котором отрабатывается стрельба из тех видов оружия, которые заявлены на соревнованиях. Офицеры СОБР, разделившись на 4 команды, последовательно выполняют несколько упражнений. Сначала поднимаются на 5-й этаж по горке с наклоном 45 градусов, спускаются вниз и бегут до турников, где выполняют комплекс упражнений – бёрпи, подтягивания. Потом проходят специальную полосу препятствий в одну сторону, все элементы, которые обязательны для прохождения, и выполняют приседания с жимом штанги 30 кг 10 раз. После этого бегут на огневой рубеж и делают 10 рывков гири 24 кг. Заключительный элемент комплекса – стрельба. 4 патронами, снаряженными в 2 магазина с перезарядкой оружия, необходимо поразить 4 мишени с расстояния 25 метров. Здесь, на нашем учебном центре, обстановка и объекты позволяют нам достичь того уровня, который бы хотелось там показать. Мы сейчас над этим здесь работаем. Парни хорошие, мотивированы, все стараются, все полностью выкладываются. Программа есть, время есть. Думаем, у нас все получится и сложится. Будем готовы, соответственно. Как говорится, победа любит подготовленных. В подобных соревнованиях рязанские бойцы уже участвовали в прошлом году. В этот раз есть представление, над чем работать и к чему стремиться, поэтому подготовка идет серьезно. В том году съездили, результат неплохой. В принципе, остались довольны. В середине, среди 23 команд, мы заняли 10-е место. В этом году обрадовались тем, что получили приглашение. Практически у нас получается личный состав в том же составе едет. Уже знаем, в каком направлении нам больше и над чем работать. Соревнования пройдут в сентябре в Северо-Кавказском регионе.